Всем привет, друзья, это блокнот Волгограда, и сегодня мы поговорим на тему, как улучшить жилищные условия, если вы молодая семья и у вас есть ребенок, рожденный в 2020 году. Ведь с 2020 года теперь платят за первого ребенка, и материнский капитал увеличился в своем размере. Но как распорядиться деньгами, об этом мы узнаем в Автоградбанке. Улучшить свои жилищные условия с помощью материнского семейного капитала есть несколько вариантов: купить квартиру, построить жилой дом, купить долю в квартире или в жилом доме. Какой бы из этих вариантов вы ни выбрали, наш банк поможет его реализовать. Скажите, пожалуйста, как скоро нужно задуматься о новом жилье? Сразу после рождения ребенка приходите, рассмотрим все возможные варианты. При этом важно, что наш банк не будет требовать подтверждения доходов. И подать заявку на получение ипотечного кредита с помощью материнского семейного капитала можно на сайте банка. Обращайтесь, будем рады улучшить вашу жизнь. Мы находимся в городе Волгоград, улица Комсомольская, дом 6. Всю информацию можно получить на нашем сайте Автоградбанк, либо по телефону 55 02 09.